Привет, с вами Тору, вы на канале Ани Санрайз, и у нас сегодня снова Геншин, ну, неудивительно, все по графику, все по расписанию, но сегодня у нас будет максимально человый стрим. Я не хочу сегодня проходить там какие-то квесты или еще что-то такое. У меня сегодня не было света целый день. И я был настолько продуктивный, и я столько всего по дому сделал, я не был таким продуктивным с начала года, да, не. Не, весь этот год я вообще ничего не делал, ладно. Я, наверное, с середины прошлого года еще не был таким продуктивным, как сегодня. Я и люстры, светильники повесил, я и всякие бензопилы и прочую хрень там из зимней консервации снял, там пробовал заводить все это дело. Короче, день сегодня прошел максимально насыщенно, поэтому сегодня просто будем чилить, сходим на ивент, закроем его, ну а там уж посмотрим. У нас смола не потрачена, ресурсы не собраны, думаю, чем заняться мы найдем. Так, привет еще раз всему чатику. А я-то выбивать? Я-то буду, но будет ли он идти ко мне? Потому что 27 круток. Что такое 27 круток в наше время-то? Не густо. Это очень, мягко говоря, не густо. Так, Нэри, спасибо за 4 кошка жены. Да, ребят, да-да-да, сегодня самое время сливайте накопленное добро, потому что сегодня пора ракетку запускать, понедельник же. И у нас появилась новая роль для тех, кто за неделю пожертвовал больше всего маны. Это пушистый волшебник. Вот и 3 человека, которые больше всего на прошлой неделе слили ману, они уже сегодня получили эту роль. Атома, спасибо за 3 кошка жены. И Цука, спасибо за 10 кошка жен. Хотя, мы еще никогда не добивали с вами ракету за один день, поэтому, скорее всего, она улетит завтра. Дим, спасибо за 9 кошка-жен. Воздух, спасибо за трафика. Утругру, спасибо еще за 7 кошка-жен. Полетело добро, а завтра же у нас, кстати, этот, завтра у нас Ханкай. Завтра у нас Ханкай. И спасибо еще за 4 кошка-жены. Во, поехали. На максимально простой ивент. Ну, хотелось бы мне сказать, я не знаю, дальше-то он должен быть же посложнее, правда же? Теород, добро пожаловать. Запасайся чаем. Должно быть полегче, ведь правда? Так. Вот что значит. Вот, все. Все. Дима Трапиков отправил. Ну, кошка-жены. Агикор, спасибо. Спасибо за 5 трапиков. Так. Молния, мана... Нет, мана держится 48 дней, но ракета, на которую она копится, да, она каждую неделю. Но на прошлой неделе мы аж 2 штуки запустили, так что... Побили свой рекорд. Так. Ну, это уже чуточку посложнее. Это еще сложнее. Волки. Волки, принцесса, волки. Все, ладно. Я даже не хочу смотреть, что там за твари. Серьезно? Можно просто не меняя отряд? Отряд можно? Оно сохраняется. Оно сохраняется, я думал, каждый раз нужно будет по новой все это дело затыкивать. Нэри, ну если получится, было бы да, было бы классно, но мы никогда такого не делали. Навыки меняются? Да нет, эти же у нас остались. Спасибо, вижу. Вступление отряда в бой. Наносит врагу урон, обычная атака, накладывается эффект. Глаз раскола греха. После суммирования до 3 уровней этот эффект все текущие уровни снимается. Выпускается луч всевидящего ока, наносящий истинный урон всем противникам на своем пути. Уф. Это для Йомы какой-нибудь, но я не знаю. На 15 секунд после вступления отряда в бой скорость атаки всех членов отряда повышается на 50%. Что тут?
Что ты такое? Удулись. Что ты? Подождите, это что? Подождите. Стоп. А, то есть мы, короче, удалить все это дело не очень-то и можем, да? Раз оно там воткнуто. Да можем же. Стоп, а где оно? Вот оно. Нет, нет. Да и хрен бы с ним, господи, сейчас бы думать вот об этом. Ой, все. Можно подумать, мы не справимся с тем, что есть. Тю. ХЗшка, привет. Во, кстати, ХЗшка у нас один из пушистых волшебников стал. Ну не нашел я эту кнопку, ну бывает. Не учили меня искать кнопки. Так, сейчас я морально подготовлюсь, и мы ткнем эту заветную кнопку. Я, кстати, внимания не обратил, а сколько нам нужно очков? Также 2000 или в этот раз уже побольше? Хотя, не столь важно, будем набивать столько, сколько можем набить. Как будто у нас есть какой-то выбор. Так. Я бы уже свапнул отряд на самом деле. Слушайте, чё-то бьют. Так, там бы Какомой можно было подамажить, если бы это была не моя Какома. Мы еще один раз ульту сможем бахнуть. А вот прямо сейчас... И еще раз повесим вот эту штуку. Да, наверное, там 2000. Так, все, приехали. Так, Аяка, ну что делаем? Давай уставать. Я не знаю. А что нам еще делать-то? Давайте как в прошлый раз попробуем набрать 2000 и уже посмотрим, хватит этого или нет. Хотелось бы, чтобы хватило. Ой. Вот так. Погнали. Вот сюда бы вот эту скорость атаки обычной на 50%. Ух, что было бы. Так, погодите. Это же даже еще не ульта была. Алло. Во, это же ульта. Которая, к слову... Откадешилась. О, пусечки! Даёва! Чё с лицом? Погнали, погнали, погнали. Эх, немножко не попадаем. Ну да ладно. Так, 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 так. Главное, главное пока ульта. Так, ладно. Минус ульта Гора, но... Чё поделать? Так, последний отряд. Вы говорили мне, что это за отряд такой, на что он способен. Ща. Ща. Самая худшая связка, да? Ага, вот как вы, значит, говорили. Ладно, хорошо. Возможно, в этот раз эта связка не самая эффективная, но, попрошу заметить. Сейчас мы и ими затыкаем. Так, все, хватит геройствовать. Не, судя по времени, мы 2000 вполне... У, сука, набиваем. Подожди, успей! Нет. Но это было близко. Уф, так, стопэм. Две набили. Хаёсь. Козюлька, козюлька без ульты, да? Козюлька без ульты. Да и ладно. Подождите, куда вы побежали? Во, козюлька с ультой, все хорошо. Пойдем этих ребят порадуем. А, тихо-тихо-тихо. Моя Какоми не должна умирать. Ну, похоже, вот эти вот 2000 это предел. Ну, две с хвостиком маленьким.
Да, за 18 секунд я уже ничего там не сделаю. Я надеюсь, что нужно было 2000. Да тихо ты. Вот этого бы добить! Сук! Добил. 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 Все, хорошо. Субару, спасибо за 4 кошка жены. Фу. А, везде 2К? Фу. Короче, можно вообще не париться. Пока что. Пока что, это важно. Страх эпилептика. Не. Как раз таки Геншин в этом плане, в плане эффектов, он еще очень как бы гуманен к людям. Доводилось мне поиграть в парочку корейских ММО, где вот на самом деле был страх эпилептика там. Ну, как бы мне даже было некомфортно. Я там играл в небольших таких замесиках, где человек 5 бьют мобов. Мне там уже было плохо, у меня начинала голова кружиться и болеть. Так что да. Не, на бездну нечего и смотреть. Так, поехали дальше. У нас будут вишапчики, да? Так. Навык. О, магия. А, так подождите. А здесь-то уже другие. Каждый раз при восстановлении хп персонажа будет бить молния. О, какома. На. Кушай. Так, а это что? Элементальным навыком по врагам урон, наносимый всеми персонажами отряда, увеличивается на 12%. Кто у нас прям... Прям... Давайте вот эту мою самую стрёмную... Самую стрёмную... Да ладно, она не такая уже стрёмная. Хорошая команда. Чиби, спасибо за пиво. За 2. Сразу. Так, давайте Йоми ещё... Вот, скорость атаки. Чего? Экипировать. Готово. Погнали. А вот сейчас скорость атаки плюс 50%. Вот он, пулеметик. Маленький, но пулеметик. Ну, не сейчас. Так, погнали. Вы что? Дурачки! Ой, ну и ну вас. Там просто вон та говна стоит. Это лучший друг моей козочки. Чем, где, кого, куда? Так, успеем холдануть разок? Не успеем. Так, стоп, а где урон? Погодите-ка. Урон где? Он, даёва. Ребят, видел, кто мой урон? Он просто немножко потерялся. Совсем недавно был тут и все. Ой, су... Тихо. Так, это мы вовремя. Блин, я Райда на баф не повесь. О, все. Минус ульта. Просто минус ульта. Так. Мне не нравится хп Эолы. Вот совсем не нравится. Ладно. А как интересно себя здесь Ита чувствует хорошо. Вот Ита здесь себя чувствует хорошо. Так, воробушек, иди сюда.
Вот Ита чувствует здесь себя, да моешь почтение. Опять я кнопки неправильно нажимаю на этих пупсах. Эх, там ульта, ну ладно, схватываем и отряд. Вот, погнали. Давай, братишка. Ой. Ой. Ой-ой. Так, что делаем? У нас проблемы, Хьюстон. А вы говорили, беспомощный отряд. Да сейчас. Прям-таки беспомощный. О, блядь. Да ладно, серьезно. Эти пупсы еще всем фору дадут. О, бля. Сук. Крабы. Это все крабы. Они меня и тогда бесили. Они меня и сейчас бесят. Ничего с тех... Что делаем? Все. Да? Все, все. А, подождите, а что в смысле? То есть, если я умираю, даже набрав 2000, но не, да? Кот, привет. То даже вот так вот. Молнин, спасибо за 3 трапика. Ага, то есть даже вот так. Я могу как бы завалить испытание, но пройти все равно на золотую медаль? Серьезно? А в чем? А где? А где челлендж? Где вызов? Я знаю, не, ну вызов в бездне, но... Простите. Я еще слишком молод и слаб для бездны. Кот, спасибо, спасибо за 10 кошка-жен. Кстати, а сколько там уже маны мы набили? А то что-то набросали, прям набросали, так набросали. Вот, так. Это что? Восстанавливаю 3 единицы энергии каждую секунду. Кто ультует? А Яка ультует. Где же? Это что? 20 энергии. Ну, Эола много раз ультовать не будет, поэтому... Что дать сюда? Ну, вот так, я даже не знаю. Агикор, спасибо за трапика. 1,5 набрано. Уже неплохо. Судзаку, спасибо. Спасибо за кота пиццу. Сейчас будем считать это бафом. Спасибо. А вот сейчас уже начнется небольшая, но все же боль, потому что вишапы... Ну, здесь же уже должны быть вишапы у нас, да? Да. Угу. Ну, еще нет. Так, тихо, давайте-ка мы пока выйдем все это дело от них. Что, агрессивные, да? Но они не были готовы к вот этой скорости атаки! Серьезно? Ребят, все, сорян. Это минус. Так, а все, а скорость атаки улетела. Ну и ладно. Так, я зачем ультанул? А, ну они придут сами. Комочка. Давай. Давай, 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 беги, беги. А, а-а-а. Так, тихо. Ты... У меня что-то ХП нет. А, в смысле ХП нет? У меня какому в отряде? В смысле у меня нет ХП? А, Феликс, мана это донат. Ой, мана это, ну, как бы на развитие канала и все такое, а эликсир это донат. Так, ладно, тут у меня проблемы. А, проблемы, потому что надо бы персонажей, наверное, переключать, да? Вот было бы неплохо. Хотя бы иногда переключать персонажей. Во, у нас время отката ультыш, да? Да. Так, погодите, погодите, сюда я еще не хочу ультовать. Ты и так отъедешь. Блин, мне нужен новый стак, причем... Да умри ты, сука, я должен ультануть. На! Сожри, тварь! Так, что там, хорошо все? Теории. Опа, даёва. Ух, прилетело.
И куда ульта? Никуда. Правильно. Уф, 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 уф. А можно мне тэшку прожать? Нельзя. Понял. А я не успею ультануть, видимо. Все, тэшка, давай. Вот! Это же, погодите, это же идеальный шанс. Итта, прояви себя. Поехали, пупс. Давайте. Давай, пупс. Не ту атаку кастую, ну да ладно. Их. Ну, почти. Так, кто там, кто там, кто там? О, мои ж вы пупсы. Так, Альбеда, давай. В вас там не верили, если что. Так что давайте оправдывать ожидания. Так, держу в курсе. Мы как бы еще далековато от 2К находимся. О, 2К. Смотрите, что нашел. Да иди ты сюда. Ой, ой, ай, понял. А, Боник? Маленький пулеметик пришел на поле боя. Так, кто там, кто там, кто там? Что тут, что тут, что тут, что-то страшное, да? На нам плевать же, да? Да? Ой, да все. Я так не играю. Ты где? Где ты? Вот ты. Давайте хотя бы эту убили. Все, убили, хорошо. Ну и ладно, ну и хорошо, ну и все. Не очень-то и хотелось. 2К есть, и хорошо. Так, еще одна золотая медаль. Так, а это было все или 2300? Ну и ладно. Фух. Ненари, вот. Озвучка Гора все-таки шикарная. Мы все? На сегодня с ивентом закончили, получается. Токио, привет. А, да? Все, следующее только завтра. Тю. Так, а награды, награды, награды. Ну, это было максимально просто. Вот это было максимально. Да-да-да, ману уже можно смело тратить. Даже нужно. Мы сегодня проверяем, а сколько же мы вообще можем ее за день-то с вами насобирать. Эвент, ну... скучный немножко. В нем нет никакого страшного челленджа, и он проходится очень-очень быстро. Нам остается... пойдем, не пойдем в бездну. Я даже не знаю. У нас там 11 этаж на 9 звезд не закрыт. Так. Так. Утуругру, спасибо. Спасибо за подписку. Спасибо. Блин, а я же говорил, да, что я изменю звуки подписок и все такое. Ничего я не изменил, в общем. Я не ленивый жоп, я просто на самом деле забыл. Токио, спасибо за 7 трапиков. И Утуругру, спасибо еще раз большое за подписку. Пойдем ли мы сегодня страдать в бездну? Я просто не хочу сегодня заниматься квестами и что-то там озвучивать и все такое. Проходчик, спасибо за фоллоу. Получается, нас ждет бездна. Но хотя я сегодня хотел отдохнуть, а бездна это такой себе отдых. В прошлый раз в бездне мы же тестили свою отличную пачку. Где наш отличный стак? Он, кстати, немножко преобразился. И мы можем перед бездной еще немножко его преобразить. Что у нас преобразилось? Во-первых, появилась, по-моему, первая корона у нас на Итта. Вот она. Корона на Итта появилась. До короны вот тут. Не, хотя даже здесь корона мне в первую очередь не нужна. Мне бы вот это прокачать, но как бы да. А на этой неделе все убито и нету ресурсов у меня с нашей пеплодевочки.
Но мы можем бустануть наш отряд через вот этого товарища. Мы можем бустануть его через Ешку. Угу. Не, переплавить не выйдет, потому что, да, я все уже переплавил. Так. Так. Лава, кто тебя запретил в бездну? Ты чё? Иди, иди, там все хорошо. У нас чего не хватает для Ешки? Во-первых, нам нужно тебя возвысить. А чтобы тебя возвысить, нам нужно... А, серьезно? Одна эта штука нужна? Так, отряд. Это у нас было... Какая же кнопка была отрядом, я не помню. А, L, все. Пожалуй, эту штуку мы пойдем убивать своим стандартным отрядом. Все, поехали. Я что-то так загорелся вот этим своим геостаком, что прям... Уф, мы его доведем с вами до ума и доведем Альбеда до ума. Хотя, а что Альбеда доводить? А, у Альбеда Ешка не коронована. Нам у Альбеда нужно короновать Ешку, потому что он там с Ешки порой такие плюхи вылетают хорошие. Там порой по 15, по 20к прилетает. Ну, неплохо. Ну, Нери, неплохо. Я 12-й ленюсь часто проходить, потому что я знаю, что там, скорее всего, я закрою на одну звезду, но надо попробовать закрыть на что-нибудь вкусное. Так, Дайова, давай, катись. Катись колбаской, давай. А, даже так. Где моя скорость атаки, а? Кто-нибудь видел мою скорость атаки? Я нет. Так, вылазь, подлюк. Так, где? Угу. Даже папа такой... Ты... Да... А, в смысле? Почему я не могу ходить по мертвым роботам? Так, все, Гора, мои поздравления с каким-то уровнем. 70-м, наверное. О, 3. Да неужели 3? Блин, а хватит ли у меня моры и книг для того, чтобы его прокачать? Так, Гора, где-то где. Так, Альбеда, что у тебя по Ешке? Слушайте, ну 8-я. Ага. Ага. Вот оно что. 22 штучки. Угу. И в принципе, если у меня есть такие книги, то мы сейчас, скорее всего, Ешку Альбеда прокачаем. Ну, после того, как возвысим немножко Гора. Но там у меня не хватит денег. И... Стойте! Деньги. А не сегодня ли у нас разлив артерии земли должен был стартовать? Ну-ка, подождите, мне нужно это выяснить. Не сегодня ли там двойные награды? Бонус геоурона не повышается. Так, ну и ладно. Нам же не нужно его прокачивать? Не, вообще не нужно, хорошо. Ой. Ой. Ой-ой. А, там только книжки? А в смысле? Не, подождите, это... Там же на все вроде должно быть, не? Оно настолько все плохо. Вот, разлив мастерства. Оно на все. Это работает и на деньги, и на книги эти. Да в смысле... А! Стоп! Да какие это... А! А, то есть в этот раз... Я просто эту штуку заставал только когда была Мора и эти книжечки. Так все, даже если у нас... Да, мы вон, если книжечку у нас таких не будет, мы их просто...
Пойдем пофармим. Так, ну все, получается, это пропускать нельзя. А лут с призраков можно купить? Не, Субару, не. Мы сейчас просто подойдем сюда. Я уверен, у меня этого добра накопилось очень много, потому что призраков я не жалел. Они мне настолько сильно не нравились, они настолько сильно меня бесили, что я мимо них не проходил. Нам нужны зелененькие штучки, поэтому мы сейчас просто пролистаем вот так. Во. Мы можем скрафтить аж 50 штук. Все у нас хорошо с этим делом. Я призракам пощады не давал. Так, что мы имеем? Гора. И теперь мы, наверное, два раза сможем, да, прокачать? Нэри, с 10 уровнем тебя. Однако. Так, 273 дефа мы будем получать. И да, мы можем до 6 уровня прокачать. Ну все, сегодня мы уже не будем трогать. 289 защиты мы получаем. Поэтому мы сейчас идем к Альбедо. А, вот. Кстати, стоп. Подождите-ка. А мы за 90-го Альбедо... Не, ничего не получим. Вряд ли мы защиту получим. Давайте мы Ешку прокачаем до 9-го. Так. Философия о поэзии. Фиолетовых штук нам нужно 6 штук. Угу. Вот она. Угу. Не густо. Густо. Вполне. Поехали. Но нам 6 же хватит скрафтить. Да. Да-да. Ровно 6. Но... Ну я ли не запасливый человек? У меня прям все вот идеально. Вот сколько нужно, столько и... Вот. Все, 6 не хватает, вот нате вам 6 книжечек. Слушайте, как все хорошо. А, квест с выпивкой в Мондштадте. Смотря какой. Так. Альбедо, я тебе плюшку принес. Угу. Окончание ивента? Еще нет. Так. Книг, понятно, у нас нет. У нас же все ровно, как и было рассчитано. Но в целом я бы не отказался короновать Ешку Альбедо. Угу. Так, получается все? Получается, здесь мы с вами справились. А вот теперь уже можно идти в бездну и все это дело тестить. Да, вот криты бы-то ему подтянуть было бы приятно, но... Мне так приятно смотреть на его защиту. Вот ее чуточку-чуточку, вот чуточку поднять, и будет вообще шикарно. Так, Гора, что у нас с Альбедо под твоим бафом? 3200. Вкусно? Вкусно. Куита? 3159. Вкусно? Да еще бы, чё бы и не вкусно-то. Там с ульты такие плюханы вылетают. Вот у самого Гора, к сожалению, ну... А все. Ну, дедушка в ХП ушел, это понятно. Причем он, кстати, в ХП ушел, но, видимо, как-то не полностью. Угу. Так, дедуля, почему у тебя шапка на ХП, но при этом у тебя в допе шапки на ХП нету ХП? Это как? Так, ищем шапку на ХП, у которой есть бонус на ХП. ХП, слабенькая ХП. Нам бы еще 10% где-то оттуда отжать. Токио, кому? 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 Кому арты на ХП? Тут только... Ну, так у деда и так все на ХП стоит.
Даже вот это будет получше, учитывая 200 хп, оно может там во что-нибудь и вырасти. А, в теории. Угу. Так вот я и хочу своего до 50к догнать. Чтобы уже было как-то... Ну просто чтобы глаза не мозолило. А, есть бонус от 2 миллилитров. Так у меня фулл сет же. Не? У меня аж фулл сет миллилита. Я знаю, что есть бонус. Не, деду я 50 сделаю точно. Ну что, пойдем страдать? Пойдем, получается, страдать. Уф. Не, ну вот этот пупс мне очень нравится. Прям очень-очень-очень. Кот, пушистый волшебник, это за... Там топ-3 людей, которые за неделю больше всего маны слили. У нас есть совмещенная, скажем так, роль. Это и по мане, и по эликсирам. Это пушистая легенда, а есть отдельная роль для маны. Ну, просто пушистая легенда, туда входит как бы и донат, и обычная мана. А вот пушистый волшебник, это мана. Ну, потому что несправедливо было бы к людям не иметь роли такой вот и замана. А, Кирка, спасибо за 2 кошка жены и 1 трапика. Ай, чё-то как представлю, нам нужно с 11 этажа будет начинать. Угу. И музыка такая успокаивает, типа, ну ты держись, это, конечно, бездна. Блин, мне чатик не нравится, как он расположен. Угу. Так, ребят, ну-ка пофлудите-ка что-нибудь прям в чатик. Пофлудите, пофлудите, сейчас мы его как-нибудь... Ага, подождите, он у меня вообще же был ниже, правильно? Чтобы не заслонять эту... Отряд. Так, 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 сейчас, чтобы он на полную вышел. А, ну вот, все, 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 хорошо. Все, вот она. Пускай будет там. Там ему, наверное, самое место. Все. Идеально. Я же его перетаскивал, по-моему, под Анна или под... Так, не-не-не, все, покидаем испытание. Меня очень-очень тревожит вот эта штука. Меня волки затыкали. А, волки, 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 волки. А у нас в первой пачке были лучники... А во второй у нас были геоперсонажи. Я люто-люто предлагаю взять и просто свапнуть пачки местами. Черт, да это гениально. Гениально. Просто гениально. А все, я придумал. Свапаем пачки местами. Сюда идет геопачка. Все, я ничего не знаю. Все. Никем больше не хочу играть. Блин, давайте Гора все-таки подкачаем. Чтобы у него хпшка, хпшки было побольше, чтобы он просто не умирал, когда он ешку кастует. Феликс, спасибо за кошка жену. Не, я знал. Я знал, что так произойдет. Да не улетит, бабочка, все хорошо. Барбара, Ловок, Барбара в любом данже, в любой бездне, Барбара, это, знаешь, ну, аналогично тому, чтобы встать на карниз и шагнуть в окошко, вот один в один. Учитывая то, что в бездне настолько много крио всякого говна, и использовать Барбару там как основной хил, ну, даже не основной хил, а просто как хил, Барбару, которая вешает на тебя гидростатус, ну, это прям вообще такое. Плеймакс, привет.
Так, все, Гора, ты же не умрешь, да? У тебя 13к хп. Фу. Барбара проканает там, где пировраги. Так оно так как бы да, но зачем, когда есть Тимона или Какоми? По хилу Барбара не сравнится с Какоми. По полезности она не сравнится с Моной, поэтому зачем? Три пачки никуда не нужно. Все. Так, Гора, Альбеда. Ты где? Альбеда и, пожалуй, да. Идеально. Подождите. Стойте. Что-то не сходится. Вообще не сходится. Вообще не сходится. Абсолютно ничего не сходится. Дед нам не помощник тут. Угу. Ой, отмудохают тут меня. Сейчас моя сильная Какоми придет, не волнуйтесь, где-то. Сейчас моя девочка нас обязательно... Да, 50-е, бля. Ну, у меня мощный хил. Прям... А вы не смотрите на ее уровень. Вы на ее вообще лучше не смотрите. Дед? Да хороший хил, все хорошо. Так, вот этого нету, но в творческой студии здесь можно все это разделять. Там очень много всяких параметров. Так, ну что? Так, ты мощный хил? Так, нет, стоп, ты не хил. Ты мощный хил? Она мощный хил. И кто в нее не верит, это сугубо ваши проблемы. Так, а мы же себе ульту набьем. Да тихо ты, ну. Что, я надеюсь, что мы себе ульту каким-то образом сумеем набить. Вылазь! Вот сейчас серьезно, не до тебя. Я так и не понял, я там Ешку воткнул, не воткнул. Да, короче, тут забейте, тут мне париться вообще не о чем. Это мы уже прошли. Поэтому на первом этаже вообще не смотрим ни на урон, ни на что. Ме. Так, Какомочка, давай. Я просто пока подкоплю ульту и поберегу ее на момент, когда мы ему... щиток заспавним. Пока у нас бьет один только Альбеда получается. Так, Какомочка. У нас... А, у нас 11 хп у Какоми. Ну, слушайте, ля какая женщина. Она хилит от своего хп максимального. Как раз таки. Ой. Косячок вышел, да? Да все, ульта есть, можно не волноваться. Давай, вставай. Да. Все, погнали. Не, слушайте. Погнали-то погнали, но бить мы его будем долго-долго с вами. Ну и что? Я особо не спешу. Это у нас закрыто уже на 3 звезды, поэтому можно особо не париться. Эй. А, можно просто сидеть и чилить, а у нас выбора нет. Мы серьезно, сидим и чилим. Ради вот одного этого мудня я не хочу брать какого-то крио там персонажа или еще что-то такое. Мне просто лень. А можно даже еще раз ультануть.
То есть, если все пойдет по плану, то рано или поздно мы его убьем, правильно? Крайней мере, такой план. Времени у нас много. Не, ну серьезно, ради одного вот этого брать. У нас и так все хорошо. Мы и так совсем сюда. Мы и так совсем справляемся. Так, он там вообще дамажится? Дамажится. Уже хорошо. А, чича бы меня не отхилила на волках. Меня вот эта Какома, она лучше выхиливает, чем чича. Вот в чем проблемка. Нет, чича бы-то затащила, но не моя только чича, вот в этом вся проблемка. Моя чича сейчас бы ничего не затащила. Так, все. А почему он, кстати, по мне вообще не дамажит? Не, я понимаю, конечно, щиток Какоми, но... Ой, щиток этого... Кого щиток? Какой вообще щиток? Хил Какоми. Но он же вообще не дамажит. А чё ты не дамажишь, эй? А чё он не дамажил-то? А? Я понимаю, конечно, щиток это хорошо, но... Он же должен был хоть что-то надамаживать. Так, ладно, я понял, Йома здесь не очень нам поможет. Но вот Козюлька точно поможет. Главное, не забывать дедушкой пользоваться. Угу. Чё, кто, где? О! Братишка! Иди сюда. Не, тут вам... Так, а это был щиток. Ну и ладно. А вот это Йома без щитка. Минус Йома. У нее 14 кхп. 14. Вы понимаете, насколько моя Йома ДД, да? Ладно. Ультанем даже, ультанем. Чтобы быстрее просто пройти. Кстати, даже две звезды, учитывая то, что у нас творилось в первом зале, но никто этого не видел. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. О, да-да-да-да-да-да-да. Уф-уф-уф-уф-уф. Да-да-да-да-да, защита, защита, плюс 30, да-да-да-да. Ой, ой, в смысле Какоми умерла? А чё, а в смысле? Подождите-ка. Подождите, секундочку. А чё не так? Какоми, а ты чё ваншотнулась-то? Девочка моя хорошая. Подождите. Подождите. Так она не почти умерла, она умерла. Вот прям полностью и бесповоротно. Это ж такими темпами они и... Ага, и Гора моего могут жмякнуть. Негодую. Очень сильно негодую, если что. Да пошли вы... Бесите! Очень сильно бесят. Но тут весь урон мой сейчас это Ешка Ита, поэтому... Ой. Что творится-то? А, тут еще хреново туча врагов. Понев. Бластя. А я ульту слил. Как плохо-то вышло, да? Ну и ладно. Наша задача третий зал. На все остальное даже не обращаем внимания.
Так, ребят, и это, извиняйте, я сейчас чатик вообще не смотрю, потому что, ну, как бы тут такая ситуёвинка неприятная сложилась. Когда немножко больно. Да куда ты? Что, где? О! А косяк-то он вот а где? Так, что делаем? Что делаем? А ничего не делаем, у нас ульта. Все. Сейчас просто вот эту штуку добиваем. Если добьем. Боник. Вот, все, теперь добиваем. Так, я бы хотел... Да, спасибо за хил. Ну и все, по сути, справились. Не. Какие мерзкие гидра. Твари. Ну, ульту я на него тратить не буду. Мне ульта нужна будет на следующем. Да-да-да-да-да, тут ульту я, само собой, не буду. Оно-то уже как-никак сольется. А там нас просто придут волки встречать. Там будет неприятнейшим. Вылазь. Коротко о том, как мы Итта бьет без ульты. Ешкой там он где-то что-то как бы и бьет, но без ульты. Вот, 14к бьет Альбедо Ешкой. Кирка, я культурный человек, ну как? Как я могу оскорблять каких-то там магов? Так. А кто здесь был? А, ну, в принципе, нормально. В принципе, даже хасё, я бы сказал. Вот этих ребят мы точно затыщем. Оля, какой попрыгунчик. Так, подождите, а у нас у Аяки сигнатурка хоть? Сигнатурка. А то я любитель большой на кого-нибудь взять мечик Аяки. Но потом, правда, я постоянно забываю его возвращать обратно. Ну, бывает. Ой, здоров. Во, а я вам ульту несу. А я вам ульту принес. И тебе ульту принес. Ну и как же они удачно пришли. Так, чуть я волнуюсь. Так. Так. Собственно, то, ради чего мы здесь и собрались. Где моя третья звезда? Поехали. Я, кстати, тоже слаймов люблю. Так что, ага, защита минус 15%. Знаете, тут как бы такое себе. Вообще такое себе. Когда у тебя геопачка, брать минус урон стихии. Так, это будут волки.
хороший план провалился. Мы в жопе, ребят. Ну, я точно. План был хорош, но мы провалились. Так, сейчас бы ультой вот по одному бить. Там даже маленькие разбегаются, куда? Бля, я не привык к мувсету ульты. Дайте мне ульту, пожалуйста. Очень надо. Ульту давайте. Ну! Да куда ты? Сука, как же? Вот это! Меня бесит! Вот куда он убежал? Блин, ну ты решил меня достать, да? Время. Вот сейчас мы в полной, мать его, жопе. Нам нужны ульты прям на всех. Что делаем? Давайте щиток сюда добьем. Угу, спасибо. Вкусно. Стоп, они ульту же отсасывают, да, по-моему, или нет? Блин, я не помню. Отсасывают ли эти собаки ульту? По-моему, да. Поэтому... Так, давайте делать вот так. А, я в кнопках запутался. Так, теперь нам нужно вот эту тварь присамонить. Ну все, мы не успели. Мы не успели. За 7 минут нужно было. Да куда ты стреляешь? Короче, не успели. Волки. Блин, я не могу усиление никакое сюда нормальное взять. Ну, давайте плюс 40% атаки возьмем. Здесь это, наоборот, мне в минус уйдет на волках. Фу! 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 Это было лучше, чем в прошлый раз. Это было лучше. Это было точно лучше, согласитесь. Но ведь не точно. Да откиснет и откиснет. Гора свою задачу, все. Он свою задачу сделал. Он дал мне пройти первую половину. Вот сейчас нужно как-то максимально ульты поднакопить и все вот это. Кстати, да. Мне здесь вместо Аяки не помешало бы, кстати, Мона. Например. Вот Лимоночка сюда подошла бы. Ну, просто чтобы ему щиток-то сломать. Торт! Ребята! Может, сюда вместо Аяки вообще торта взять?
Затея конченая, конечно, но я торта не щупал уже миллион лет. Короче, если сейчас не пройдем, просто возьмем тортика. А чё? Кто мы такие, чтобы не взять тортика? Да ну, что я такое говорю? С чего бы нам не пройти? Да, слушайте, вот эта штука ломаться активно не хочет. Давайте поможем. Я просто не хочу ульту тратить. Пока что, пока не на двух ребятках щиты. Во, вот сейчас можно будет. Они просто, ну, неплохо стоят. Чё. И ульту я бы как раз таки Аяки слил вот в этого товарища. Я бы даже, может, его похолдил немножко. Потому что электропупса, ну, не сложно будет откровенно затыкать. Так, сложно, не сложно, но давайте тыкать тоже. У нас просто ульта Козюри подоспела. Так-то. Держу в курсе. А это минус твари. Пока. Есть. Так, все. Все. Хорошо. 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 А что-то я не заметил, чтобы электроульты сосал. Серьезно, вот в этом заходе я этого даже не заметил. Я знаю, что он должен сосать ульты, но он не сосал ульты. Так, Субару, спасибо за трапика. Ну что? Знаете, оно как бы и хочется, и колется, потому что, ну... Просто 12 этаж без перепрохождений определенными пачками под определенные залы я вряд ли осилю нормально. Кирка, ну что делай, что делай? А чё, в смысле? Подождите. Подождите. Угу. Ага. Косяк. А, ну гео без... Ага. Ага. То есть, подождите. Подождите-ка. Я кое-что придумал. Ой. Да-да-да, золотой волк. И туда нужен как раз-таки дедушка. Дедушку мы сейчас возьмем. А кого я сюда брал третьим и зачем? Подождите, это же золотой волк. То есть одним дедом мы не обойдемся, да? Поэтому мы берем сюда чичулечку и дедулечку. Во! Готово. Ну просто волк, возможно, проблема. Урон ешек на 20%, конечно, да. Не, ну удача удачи, ребят. Час 05, нам бы сделать один небольшой перерывчик-то. Надо бы, да? В смысле, Неврик, в смысле Пуся? Ты вообще иди сюда, какой Пуся?
Я вообще-то пошел все-таки сюда. Так, ребят, давайте сделаем небольшой перерыв, буквально на 5 минут, и пойдем.